Ну и, наконец, самое главное, почему я говорил, что нужно по-другому взглянуть на те идеи, которые сформулировал тогдашний руководитель советского государства Ленин Владимир Ильич. Мы-то говорили о чем? О чем я говорил? О том, что была заложена мина под здание нашей государственности. Что я имел в виду? Вот теперь конкретно. Я имел в виду дискуссию между Сталином и Лениным по поводу того, как строить новое государство, Советский Союз. Если вы историк, вы должны знать, что Сталин сформулировал идею автономизации будущего Советского Союза. И в соответствии с этой идеей все остальные субъекты будущего государства должны были войти в СССР на основе автономии, широкими полномочиями. Ленин раскритиковал позицию Сталина и сказал, что это была несвоевременная, неправильная идея. И более того, он продвинул идею вхождения всех будущих субъектов этого государства, рождающихся Советского Союза, а тогда было 4 субъекта – Россия, Украина, Белоруссия и, кстати говоря, Юг России – Северо-Кавказская Федерация, как она там называлась, вы лучше меня знаете. Так вот, он, Ленин, выступил за то, чтобы государство, Советский Союз, образовался на основе, как он говорил, я могу ошибиться, но идея понятна, полного равноправия с правом выхода из Советского Союза. И вот это и есть мина замедленного действия под здание нашей государственности. Мало того, что границы привязали этносы многонационального, по сути, унитарного государства к каким-то территориям, причем границы определяли совершенно произвольно и, в общем-то, далеко не всегда обоснованно. Ну, вот Украину, допустим, Донбасс передали. Под каким предлогом? Повышение процентов пролетариата на Украине, для того, чтобы иметь там большую социальную поддержку. Ну, бред какой-то, понимаете? И это не единственный пример. И других много.